мы приехали в какой-то магазин, называется Bake Shop, и какое-то необычное здесь мороженое продается. Nitrogen Ice Cream. Сейчас посмотрим, что здесь. Это что-то типа того, мороженое с паром или что-то такое. В общем, что-то необычное. Сейчас пойдем. I want to have cappuccino. Сейчас мы с вами посмотрим, что здесь не такое творят вот с этими. Что здесь что-то непонятно, что и такое здесь. Я себе возьму капучино, и сегодня я собираюсь себе читмила, сегодня я буду есть мороженку. Я уже сладкого не ела, не знаю, как долго. Так посмотрим, для чего. Чашки и все такое. Буду делать мороженое, смотрим, что будет происходить сейчас. Мороженое. Какие чашки. I want chocolate. Всякие конфетки, печеньки. Твердый лед или еще что-то не прохладно. Что же там? Не получится. То есть получается, что мороженое идет у них в порошке сухое. Это получается суховое мороженое. Смотрите. Вот он набавил вот этот белый порошок, это, видимо, сухое мороженое, я не поняла, я не видела, чтобы оно было. Потом добавляется что-нибудь из этого. Я себе просто взяла шоколадное. Сейчас он там что-то мешает. А нет, вот они мороженое, все-таки наливают оттуда из машины для мороженого. Так, мороженое готово. Это наше мороженое сейчас делает. Thank you. No problem, Jay. Thank you. Right, I think I'm also not American.